Всем большой привет! Меня зовут Юля, и я очень рада видеть вас на своем канале. Обязательно подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Ну а сегодня с вами идем в магазин «Светофор», в магазин низких цен. Будем смотреть новинки и ассортимент. Два выпуска у меня уже было из этого магазина. Сегодня продолжаем. Расскажу сразу, что я снимаю прям все подряд и все снимаю по рядам. Поэтому обязательно посмотрите, если вы не видели предыдущие ролики. Ну а сегодня желаю вам приятного просмотра. Находимся мы в городе Курск. Улица Карла Маркса, точный адрес я оставлю в описании под этим видео. Желаю вам приятного просмотра. Хочу обратить ваше внимание, думаю, что этот товар скоро будет очень актуален. Завезли и сюда лопаты перфорированные с оцинкованной планкой, 240 рублей. Сразу в эту стоимость входит как сама лопата, так и черенок к ней. Можете сразу брать, вот он стоит рядышком. Планка действительно оцинкованная есть. И пластик сам по себе не слишком жесткий, но не мягкий. Я думаю, что послужить должна. Посмотрим, что здесь есть еще. Матрацы. 1016 рублей стоит. Это холкон 80 на 200. Высота 5 сантиметров. Но матрасник съемный. И ткань верха микрофибра. Хорошие сами по себе такие матрасы. Далее у нас здесь еще есть одеяло. Кстати, они все вот в таких вот как бы вакуумных, можно сказать, даже пакетах. И мне неоднократно писали, что дома, что подушки, что одеяло еще распушатся. Поэтому имейте это в виду. Так, посмотрим по цене. Одеяло, наполнитель синтепон, полутораспальное. Весит всего 200 грамм, 453 рубля. Эконом-вариант такой. Легенькая совсем. На матрасник стеганый 160 на 200, 469 рублей. И подушка Экофайбер 70 на 70, 217 рублей. Все это здесь есть в продаже. Подушечки тоже так средней наполненности. И это на матраснике, точно знаю. По уголкам у них вот такие вот резинки, что будет удобно, чтобы ничего это не, знаете, не скомкивалось как бы. Далее посмотрим с вами, что еще есть из посуды. Столовый набор «Океан» 1106 рублей. Он стоит. Производитель «Люминарк». Он на 19 предметов. Вот стоит этот набор полностью открытый. Можно посмотреть, очень удобно. Чашки такие вот небольшие. Мне кажется, конечно, это очень экономный вариант. И смотрится неплохо. И стекло такое упрочненное, прям чувствуется, что оно плотное, такое толстое. Видно, да, что есть глубокие тарелки, есть вот такие вот десертные и кружки. Далее тарелки от Паша Бахче. Глубокие, по 71 рублю, 22 сантиметра в диаметре на 900 миллилитров. В прошлом ролике я вам показывала, такие были черного цвета, или мы с вами видели десертные. Но очень красивые тарелки, а вообще они еще есть в черном цвете. Далее форма для запекания 285 рублей на 3,5 литра. Она глубокая, с ручками, сделана из стекла. Фирма это Marinex, она вообще бразильского производства. И я хочу сказать, что только положительные отзывы об этой форме получаю. И сама ее уже купила и в духовке использую по полной. Запекаю там картошку с мясом, да все что угодно можно запекать, только единственное, что я лично ставлю ее в холодную все-таки духовку, хотя мне девчонки писали, что смело можно ставить и в горячую, но я не рискую, все-таки стекло, и ставлю, чтобы все это равномерно нагревалось, и все отлично, все хорошо с моей формой, я очень рада, что купила ее, и действительно, посмотрите, какая цена, поэтому обязательно присмотритесь, потому что отзывы все хорошие. Никто не написал, что что-то с ней случилось. Надеюсь, что и в дальнейшем тоже так будет. Потому что ценник, думаю, что доступен всем. Далее, что хочу показать, это кружки или чашки по 30 рублей. На 400 миллилитров они. Смотрите, вот такого вот плана. Небольшие, не маленькие. Многие писали, что любят прозрачное стекло, любят, когда напиток виден. Поэтому с удовольствием эту модельку, когда увидят у себя, будут приобретать. Появилась она, кстати, и у нас не так давно, но пользуется уже успехом. Далее еще одна форма, и также от производителя Marinex. Все то же самое, это бразильская форма. 268 рублей. Но здесь уже опаловое стекло, 28 сантиметров она в диаметре, кругленькая.
Здесь вот она без упаковки. Ну, какая разница? Посмотрим без упаковки. Хотя, хочу вам достать, чтобы показать, что там указано и на ней. Вот они, эти формы. Вот она полностью без упаковки. Опаловое стекло, вообще, это, конечно, нужно аккуратничать с ним. Но это я так думаю. И мне тоже писали девочки, что покупали эту форму и ставили и в холодную, и даже в горячую. Все хорошо с ней было, но я бы все равно ставила в холодную. Если уж на то пошло, хотя здесь все характеристики как бы такие, что можно запекать, можно использовать и в микроволновке. То есть все это указано, но все равно я бы, например, ставила, наверное, в холодную. Далее у нас наборы. Это уже эмалированная посуда, 1122 рубля. В этот набор входят две кастрюльки. Одна будет на 3 литра, другая на 5,5. Смотрите, какие здесь. Они все одинаковые. И тоже говорила вам уже и показывала, что в каждом магазине светофор именно нашего города разные вот эти рисунки, что очень интересно. По цвету самих вот этих кастрюль не помню точно. Но если не ошибаюсь, то, по-моему, были все голубенькие. Посмотрим вот эту кастрюльку поменьше. Все, в принципе, хорошего качества, все с крышечками. Здесь так красиво их расставили, прям много-много их. Люблю эмалированную посуду. Посмотрю сейчас, кто производитель, вам будет интересно наверняка. Город Магнитогорск. Далее кастрюли с антипригарным покрытием и стеклянной крышкой есть в продаже по цене 588 рублей. Любимые многих очень сковородки гриль. Сейчас есть в продаже тоже 668 рублей. Вот они с антипригарным покрытием в черном цвете, с черной ручкой. Так, далее у нас сотейник. 270 рублей, 24 сантиметра в диаметре. Он без крышки. Вот мне кажется, единственный минус этого сотейника, что он без крышки. А так вообще классная штука. Высокие бортики. Никаких брызг не будет. Форма разъемная для выпечки. Для торта 229 рублей, 26 сантиметров в диаметре. Так, далее у нас формы гофрированные по 103 рубля всего. У меня есть подобная форма, правда, у меня бортики чуть-чуть повыше. И я ей не нарадуюсь. Она у меня уже очень давно, и я даже менять ее не хочу. 26 сантиметров в диаметре, мне кажется, что это стандартный прям какой-то диаметр. Далее у нас миски, тоже эмалированные, с крышкой, что очень удобно, по 182 рубля. Тоже есть у меня такая мисочка, служит верой и правдой. Вообще они есть еще в белом цвете, но я видела в желтом и в белом. Так, далее у нас подгузники для взрослых, 686 рублей. 30 штук их в упаковке и размер L. Далее женская гигиена Always, 9 штук, 38 рублей. Милана, 15 штук, 24 рубля. Вообще цена такая бюджетная-бюджетная. Ватные диски, я вам уже говорила из обзора в обзор, что очень хорошие. Не пожалеете, действительно, если возьмете 180 штук их в упаковке и 38 рублей. Вы видели где-нибудь дешевле? Напишите, интересно очень. Далее у нас туалетная бумага и салфетки влажные. Все, производитель Аура, вот 60 рублей и туалетная бумага 50 рублей. Думаю, что салфетки подороже, потому что они с крышкой. Так, далее у нас пеленки одноразовые впитывающие. Впитываемость, значит, из 4 капель на 2. 60 на 90, 310 рублей. Салфетки бумажные. Ой, салфетки очень хорошие. Столовые, их 300 штук, мега упаковка такая, стоит 35 рублей. Далее пеленки для животных. Это прям новинка такая. А, смотрите, их даже развернули. Но они небольшие. Вот они такие. 125 рублей, 60 на 40, 20 штук в упаковке. Гель для душа от Magic. Производитель с экстрактом лаванды. Литровый он. 66 рублей. И в разных он ароматах. Лаванда бывает,
Бывает вот такой зеленый чай и мята. И, по-моему, еще мед какой-то был. Но сейчас тут не вижу. Гель и пена детская. Принцесса. 105 рублей. 650 миллилитров. Появился он у нас только-только. Ни одного отзыва еще не поступало. Если покупали, напишите, пожалуйста. Очень интересно, как понравился вам в использовании или нет. Это уже у нас детская серия. Производитель «Весна». Мягкий шампунь. Здесь 500 грамм. 0+, смягчающий, с экстрактом календулы, 65 рублей. Мыло Аэст, которое очень хорошо отмывает и отстирывает пятна, прям пятновыводитель очень хороший. Усилитель стирки и экспресс удаления пятен, на нем так и указано. 24 рубля, в кусочке в этом 150 грамм. Далее здесь мыло банное по 20 рублей. Мне очень нравится, что сейчас появляется... Все больше, если мыло, то в индивидуальной упаковке, то есть не просто вот так кусочек, как было, помните, хозяйственные привозили. Вот что касается полотенчик здесь, все тоже есть в продаже. Комплекты махровых полотенец по 288 рублей. Их очень хорошо берут, потому что одно меньше, другое больше. И в одной цветовой палитре многим так нравится. 50 на 80 и 70 на 130. Вообще оттенки бывают разные. Покрывало стеганое очень хорошее. Всего лишь 468 рублей, и оно большое. 200 на 220. Размер считается евро. Оно действительно, знаете, все прошито. То есть если его постирать, то оно не скомкается в один кружок, как это бывает. Термостежка на нем такая хорошенькая. Цветовая палитра тоже разная, но в основном цвета яркие. Покрывало махровое мне тоже очень нравится. 680 рублей. Ткань такая, как на полотенчике. Ну, махрушка, понятно. Размер 150 на 200. Очень тепленькая, греет очень хорошо. Полотенце крупная вафля. Такие кухонные небольшие полотенчики по 45 рублей здесь всего. 40 на 60. Стандартный размер, мне кажется, для кухни. Далее полотенце махровое, 122 рубля, 50 на 80 сантиметров. И вот здесь вот новиночка, но я вам ее уже показывала. Тоже интересная такая палитра цветная. Постельное белье полутораспальное, здесь 639 рублей, но здесь синтетическая ткань. И давайте посмотрим еще вот этот уголочек, что здесь у нас есть. Вижу, что хорошие, теплые такие туники. Джемпер, точнее, он считается женский. Стоит сразу покажу. 287 рублей. Мне нравится, что он очень теплый. То есть видно, да, что он полностью на флисе. Ух ты, какой он. Там еще есть такая типа баечки. Сейчас я разверну его, чтобы вам показать более подробно. Вот они, смотрите, развернула вам два цвета. Есть вот такой вот один карман. Ну, с двух сторон можно ручки погреть, да. Теплый-теплый, правда. Капюшон, завязки можно затянуть, горлышко, чтобы ничего не дуло. В общем, такой вариант. Хороший, теплый. Помню, что в одном из магазинов их было очень много у нас. И было где-то даже 5 расцветок. И черные были, и синие, и даже белые встречались. Здесь вижу, что, наверное, уже осталось все-таки не так много. 3 или 4 штучки. И размерный ряд тоже, вот как видите, был полный. С 46 по 58 и Узбекистан производитель. Вижу, что появился новый сок по 61 рублю, 2-литровый. Истинный природный, истинный он так и называется, яблоко-вишня. Так, хочу посмотреть, что у нас здесь в составе. Вот смотрите. Еще новый напиток появился, это безалкогольный, сильно газированный Веста, 41 рубль, литровый. Посмотрим, наверное, лимонный. Да, лимон здесь указано, а вот этот у нас какой? Апельсин. Ну, в общем, два цвета, видите? Кстати, что хотела сказать о напитках. У нас, представляете, стоит черноголовка 2-литровая 130 рублей. Это просто, ну вот, не в светофоре, в обычном магазине. В светофоре 1,5-литровые бутылки по 33 рубля. Поэтому действительно выгодно здесь покупать, а черноголовка вкусная. И вот еще вижу новенький напиток.
Стоит он 49 рублей двухлитровый. Тропические фрукты, негазированный, безалкогольный. Ни разу его не видела еще. Жидкость для стеклоомывателя по 86 рублей, 5-литровая, до минус 15 градусов. Мы с вами видели уже именно эту жидкость, но ценник не видели. Здесь вот вывесили, теперь знаем с вами хоть сколько стоит. И вот здесь вот у нас тоже новинка. Первый раз вижу, чтобы к нам завезли гранаты по 86 рублей. Турция производитель. Какие они все большие, красивые. Смотрите, просто... Что скажете по цене? Дорого или нет? Вот он ценник поближе вам. И рядом вижу все это яблочки. Видите? 47 рублей. Сезонные. Россия производитель. Тоже все хорошие вижу, что не гнилые. Правда, они небольшие все. Можно поверить, что Россия. Видите, такие зелененькие. Пакетик есть сразу, если что. Наложить. И лук 20 рублей получается за килограмм. Новинка к Новому году. Смотрите, что я нашла. Гирлянда нить светодиодная, 100 ярких LED ламп, гибкий шнур, свечение мультиколор и длина 5 метров. Ценник я вам сказала, да? Специально взяла упаковку, которая стояла открытой. Я сама ничего никогда не открываю, не порчу, можете не думать. И просто покажу вам. Инструкция есть по эксплуатации, меры предосторожности. И давайте все-таки, раз открыто, я вам покажу, как это все выглядит внутри. Вот так вот. Гирлянда нить получается. Она получается в таком, как в кабеле, что ли, да? Я, знаете, что жду? Когда у нас появится занавес. Я видела, что во многих городах есть занавес. Хочу себе купить тоже на кухне, на окошко повесить. И вот такой вот штекер. Положим, как и было. По-моему, классная новинка. Что думаете, что скажете? Может быть, уже покупали. И рядышком гирлянда светодиодная на 10 метров. Это уже обычная, вот такая вот стандартная. Стоит она 131 рубль. По-моему, это тоже хорошая цена. 10 метров, 100 ламп, 8 режимов свечения. Сама она черного цвета. Это новинка. Ни в каких еще магазинах не встречала и вам не показывала также. Заметила, что здесь санки-ледянки есть еще в одном цвете, в зеленом. Я вам их показывала только в двух цветах. Это был бордовый и серый, если вы помните. А здесь еще есть зеленый. На сегодня свой обзор я буду заканчивать, но обязательно будет продолжение. Спасибо вам большое за внимание. До новых встреч. Всем пока.